Врачебное искусство ни к чему. Суд. Под приговором подпись главврача. Все. Был и не был. Не вместить уму. Чуть леет и загарочка свеча. Испробованы средства и умения, просчитаны древнейшие рецепты. Но жизнь одна, нажился. Тем не менее, за каждый слух цепляюсь смертно цепко. Что почки, сердце и кишечный тракт, заезженный сухоедением постным, переживаниями, увы, не на прокат, веригами, не по моему росту. Тут врач латынью, тешащий недуг, пренебрегающий болезнью многодневной, он сам неизлечим, хотя и друг, болеет за меня в три смены. Уподобляясь губке на ветру, все впитывая, насыщаюсь болью. С надеждой натощак и поутру, изъеденной апистрохозом молью. Критические дни эпикриз, уже не здешний, к счастью, безразличный. Во сне и наяву скольжение вниз, и ни одной зацепочки не сыщешь. Теперь, о чудо, в памяти рассвет, прабабкины и дедовы молитвы. На беспричинное во мне дают ответ, что прижилось, жилось незримо хитро. Из-под обломков рухнувшей мечты родник слезы едва на свет пробился. Велик мой Бог, все, я погиб почти, разбитый челн почти у пирса. Мой флаг приспущен, но меня в порту теперь другим иным уже дождутся. Усыновленным, а не сироту, спасенным Назареем Иисусом 2 мая 2003 года.